Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань отложено, но все равно начнется. К работам планируется приступить до конца 2016 года. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев сегодня на совещании с руководителями организации строительного комплекса добавил, что с учетом повышения цен на реализацию проекта будет потрачено порядка 130-150 миллиардов рублей. Еще одна важная новость, которую сообщил Михаил Игнатьев. Вчера я буквально получил поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в адрес правительства Российской Федерации обеспечить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями разработку и утверждение плана графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС, в том числе отразив в нем этапы, сроки, ответственных за их реализацию должностных лиц, а также объемы и источники финансирования. О результатах исполнения плана графика докладывайте раз в полгода. Доклад первый 1 октября 2015 года. С учетом комплексной оценки президент России сделал соответствующее поручение.